квартирка с неизвестным номером. Я переставил кровать и убрал шкаф. Я шкаф убрал, и стало огромное, как огромное пространство. И самое главное, что теперь, когда я лежу вот здесь, то есть вот я лежу, и у меня перед глазами все время разное вот это. И плюс у меня как бы взгляд еще туда, и получается, я вижу пространство. И если я смотрю влево, я вижу вот это. То есть у меня много вариаций. Вверх могу посмотреть. Вдаль туда, за крышу. Но вот это вот круто, что я там как бы, да? Здесь я оформил так. Вход такой просторный, то есть еще можно тут как бы коврики положить, и будет такая типа йога. Ну, здесь я тоже кое-что сделал. Вот ты выходишь, здесь можешь постоять. Вот так вот сделать жизни. Вот, я поставил вот самое главное, что ты когда ложишься теперь, то есть теперь... То есть, когда ты садишься, то есть теперь я как бы, ну, выше. То есть не то, что как, ну, забор мешает, там, например, на полу сидеть. И получается пространство свободное для обозрения. А и теперь я вот здесь столик вынес, поставил. То есть раз, здесь столик, и можно... И вот и кровать я отодвинул отсюда, она здесь была вплотную. И теперь можно вот сюда подходить к окну. Да, палочка? Раз к окошечку подошел, обнял свою девушку любимую, и вы смотрите вдаль. Ну, вот как-то так. На кухне порядок, минимал, и вот сюда шкаф только надо поставить, и все. Что, в общем, все, капуста, вот хочешь капусты. Кухонька, такой видосик, гамачок. Короче, здесь мест для отдыха очень много, и комната сейчас смотрится огроменной почему-то. Этот шкаф вот туда переместился, и как будто огромная комната. Ну и, конечно же, еще одна морская волна. Вот если теперь вот так, вот как бы раз, и как будто огромная как квартира стала. Парадокс. То есть если я вот тут сижу,